«Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. «Русская кибернетика» о самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Вечер, дорогие друзья, мы добрались до переходной июльско-августовской недели, когда завершается второй и начинается третий месяц лета 2021-го. Электронные музыканты продолжают свои упорные труды в студиях, профессиональных и домашних. Диджеи пытаются появляться на немногочисленных событиях. И все мы используем возможности аудиозаписи, плейлистов, стримингов, чтобы сохранить новую и любимую музыку. Сегодня начинаем вместе с издательством Hive, проектом About Funk и композицией Mellow. Thank you.
На прошлой неделе начали слушать новый релиз Артура Минахметова для издательства Bogue Sound. И сегодня я предлагаю послушать оттуда еще одну композицию. Она называется «Goodbye». Идут дела у российского издательства X Underground. Мы в последних эфирах чаще его упоминали, слушали премьеры. Напомню, что X Underground — это подразделение X Music московского продюсера и диджея Андрея Давыденко, Андрея Экса. Над композицией Paradise, которую послушаем прямо сейчас, работали Wayward Brothers и Арина Альба. We'll be right back.
Издательство Deep People, глубокие люди. Очевидно, как по музыкальному репертуару, так и по основательному подходу к творческому и издательскому делу. Пополнение в каталоге Deep People — это проект Gamma Freak и композиция Exoplane. We'll be right back.
Яркая премьера у голландцев в каталоге Black Hole Recordings от двух выдающихся российских талантов. Это Павел Хвалеев и Матвей Эмерсон. Объединились не в первый раз и этим летом записали новую совместную композицию No Love. Очевидно, что она будет иметь успех как в клубах, так и в более дневных ситуациях. Трио MOS Melody of the Soul Мелодия души представляет 9-й релиз на лейбле Melody of the Soul. Здесь несколько композиций, и мы послушаем танец русалочки Mermaid Dance в особенной версии Newman I Love Extended Remix. Это все еще органик хаус, но чуть менее стандартизированный.
каталоге российского издательства Moist Music. Следующая премьера — проект Phase D, который мы уже отмечали в этом году как яркий и особенно оптимистичный. Новая композиция называется That Girl. Ох уж эти мимолетные летние романы.
большим интересом мы продолжаем слушать премьеры московского издательства Witch Bottle. Как мы уже отмечали, лейбл в некотором смысле расширяет свои жанровые охваты. С удовольствием обратим внимание, это диджей Ли Мак и композиция Turn Me On в танцевальной версии Club Mix. Готовится шестой сингл из каталога уральского издательства EK Beat Music, которым занимается Андрей Плавинский. Сегодня это Dylan Deck и Jean Lynx. Глубоко в моем сознании, Deep Inside My Mind в ремиксе от KDB.
друзья, пока не получается с ограничениями организовать вечеринку, мы планируем до конца лета провести тематическую трансляцию стрим русской кибернетики. Сейчас определяемся с жанрами и наполнением. Если у вас есть пожелания, то, конечно же, присылайте их нам через все основные соцсети. Определимся вместе. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Так тебе и надо, курица помада. В детстве такими стишками-дразнилками в отсутствие аргументации мы решали очень важные споры со своими друзьями. И это выглядело действительно по-взрослому круто. И побеждал всегда тот, кто знал таких дразнилок больше других. Мы подросли, поднабрались опыта, и теперь уже такие слова мы можем обращать не только к другим, но и к себе. Для таких случаев придуман блюз, ну а в электронной музыке трип-хоп. На музыкального продюсера Дмитрия Трошкина из города Миас, что в Челябинской области, мы обратили внимание через огонек Прометея в ВК. Только тогда он проходил по линии иллюстраторов, но сейчас снова переключил свои усилия на музыку. И в рамках проекта Дмитрикин выпустил коллаборационную мини-пластинку «Исток». И мы послушаем песенку «Лед», которую спел Михаил Кузьмин из проекта «Ямабур». И это не то чтобы хоп, но точно трип. Путешествие в центр собственного «я» через почву, песок, камни и вечную мерзлоту в поисках истинного ответа. И, кстати, второй куплет был бы лишним. Значит, так и надо. Спасибо лаборатории русской кибернетики за яркую южноуральскую премьеру этой недели. А сейчас нам предстоит установить контакт с Иркутском и поговорить о многих волнующих музыкальных и околомузыкальных темах в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер русской кибернетики». Добрый вечер, друзья! В потоке Александр Киреев, и нам предстоит сегодня большое путешествие в Восточную Сибирь. Мы, конечно,
конечно, не туристическое агентство, но постараемся создать максимально иммерсивный опыт благодаря совершенно уникальной музыкальной компиляции в следующем часе и беседе сейчас. Это первое эмоциональное, а второе — региональное. Мы с большим интересом смотрим на работу локальных музыкальных объединений, которые творчески координируют деятельность современных электронных продюсеров, помогают им, продвигают. В общем, все то, что должны делать региональные министерства культуры, но до чего у них не доходят руки. Из тех, с которыми русская кибернетика активно взаимодействует, это корпус омской электронной музыки, красноярская группировка «Дефолт» и красноярский же музыкальный завод «Рехаб», ульяновская ночная мэрия. И теперь мы приветствуем наших новых друзей. Это иркутское объединение «ЮСИН» — сообщество музыкантов, продюсеров и саунд-дизайнеров, объединенных желанием развивать музыкальную культуру в Иркутске. И от имени сообщества выступает Илья Ашурков, сооснователь и саунд-продюсер, организатор. Привет, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте. И в ближайшее время наш аудиопоток будет развлекать вас с приятной околомузыкальной беседой в радиоверсии, сокращенной до 15 минут, а в формате полного подкаста на vk.com/rucyber, как получится. А потом гостевой шоу-кейс сообщества без лишней болтовни, который подготовила диджейка сообщества Вика Набатова. А сейчас же у нас много тем для приятной и важной беседы с Ильей. И вот для сообщества единомышленников у вашего кружка по интересам все как-то слишком хорошо вербализовано и выстроено в систему. У вас есть своя философия, которая весьма удачно привязана к китайской системе. ЮСИН — 5 параметров мироздания. Это огонь, вода, дерево, металл и земля. Это все такое мистическое, даже как-то связанное с нумерологией и фэншуем. Можно предположить, что от Иркутска и до Китая относительно недалеко. Но вот не было ли у вас чего-то более близкого в трудах соотечественников для референсных отсылок условного Ломоносова и Белинского? Скорее нужно смотреть на более современное состояние такой русской эстетики, да, потому что я сам наблюдаю, что очень много продюсеров творит такой очень сырой, грязный хаос, который сошел с дворов российских. В принципе, такая эстетика тоже как бы имеет место быть, если брать российскую. Я бы назвал скорее Достоевского. Никогда бы не подумал, что Достоевского можно представить в китайских условиях. Не, а почему китайское именно? Я бы не совсем сказал, что китайское, скорее азиатское, потому что мы стоим на границе с Бурятией. У нас очень много вот эзотерической эстетики, шаманизма. Людям очень нравится. У нас даже несколько ребят, которые пишут музыку, опираясь на эту эстетику шаманизма, эзотерики. Вы там даже, наверное, еще и перед тем, как приступать к каким-то важным событиям, может, даже еще и обращаетесь к духам земли. Возможно. Если продолжать разбираться в философии, вы говорите о себе как о воинах-самураях, которые вступают в схватку со скукой. Конечно, если не брать в расчет большой шоу-бизнес, где баталии не в новинку, но мне кажется, что сфера музыки — это такая мирная территория, где живут и творят увлеченные люди. Зачем же нужно сражаться? Мы скорее сражаемся не с кем-то лично, с каким-то человеком, а именно с тем, что происходит на локальной сцене, с локальными застоями. Конечно, это абсолютно мирная территория. Мы пытаемся побороть провинциальный застой музыкальный. Вы как сообщество музыкантов, которые объединились с желанием развивать местную музыкальную культуру в Иркутске, бороться со скукой, как вы пришли к такому решению? Чего не хватало в вашем городе? Мне видится, что в удаленных городах, в провинциальных, очень тяжело артисту заявить о себе. Только вместе, в каком-то комьюнити, возможно что-то делать интересное. Люди общаются, они друг друга заряжают, друг друга мотивируют, обучаются, когда общаются с друг другом, показывают свои работы. Только вот такими способами возможно что-то сделать, свернуть вот эту вот гору небольшую. У нас в городе не хватало сцены локальной, где бы музыканты могли общаться с друг другом, творить вместе. Если я вдруг решу тоже организовать какой-то такой союз и найду единомышленников, то как мне справиться с известным возражением «сначала добейся»? В том плане, что если у меня пока нет сногсшибательного портфолио достижений, как у условного Игоря
Игоря Матвиенко. Но уже есть мысли брать артистов под крыло, как-то их продюсировать, заниматься их карьерами. То что мне делать по шагам? С чего мне начинать свое сообщество? В первую очередь должен сам понимать, что ты хочешь. Сможешь ли ты подсказать людям какой-то вектор или поделиться каким-то опытом, наслушанностью, возможно. Должен быть огромный энтузиазм что-то сделать, что-то поменять, что-то свернуть. И, естественно, заинтересовать артистов. И если поговорить о локальном, и когда мы говорим, например, об Урале, и я напомню, это родная метрополия для русской кибернетики, то мы можем представить такие картинки, как черная металлургия, оборонные предприятия с танками и ракетами, шахты, общины старобрядцев, 80 национальностей, зимой минус 30, летом плюс 30. И если говорить про музыку, то здесь предсказуемо любят такое громкое индустриальное техно, вместе с тем природный интровертивный эмбиент и, может быть, даже странную экспериментальную электронику с этническими мотивами. Можешь кратко сформулировать главные отличительные черты иркутской электроники? Чем она уникальна и что на нее влияет? Чтобы я вот включил и сказал: да, Иркутск. Самое, наверное, главное, опять-таки, это такой вот шаманизм, эзотерика. Потому что, да, опять я сказал, у нас есть ребята, которые в этом направлении работают. Такой этнофутуризм, что ли, получается у них. Очень классно звучит, свежо очень. Такая вот коллаборация между электронной музыкой и этнической, наверное, бурятской, скорее. Эти этнические изыскания, они чисто вот на уровне осознания? Это что-то, что вы слышали от своих родителей или бабушек? Или, может быть, есть какие-то более серьезные этнографические изыскания? Трудный вопрос, конечно. Потому что я тоже это не стою над каждым, не смотрю, как они пишут. Но у нас даже есть ребята, которые легкое, около хаос-техно делают с такой эзотерическими нотками. Я слышал даже один микс диджея, который делал такой мешап с забористым техно, складским техно и шаманскими напениями. Очень интересно, скажу. Шаманское техно. Я бы хотел это послушать. Если поговорить о чем-то более туристическом, и первые две из семи ценностей, которые вы заявляете в вашем объединении, а это Иркутск и Байкал. И вот мы сделали такой небольшой экспресс-опрос среди нашего ближнего круга и задали им вопрос, чем у них ассоциируется Иркутск и Байкал, и получили такие интересные ответы. Сложный аэропорт, постоянные тяжелые метеоусловия, невероятные красоты зимой и летом, но десятки и сотни тысяч рублей на поездку туда. Поэтому, если бы ты выступал в роли амбассадора региона, ну, собственно говоря, вы такими и являетесь, то как нам, потенциальным будущим туристам, включить свое следующее посещение Иркутска и Байкала именно музыкальную программу? На что, может быть, обратить внимание? Где взять и найти всех этих техно-шаманов? Как пробраться на эзотерическую техно-вечеринку? У нас каждый год, уже второй год, точнее, проходит на Байкале фестиваль современного искусства «Ради света» на Ольхоне. Туда приезжают режиссеры, театралы, танцоры и музыканты. Как раз он таки будет 30 августа. У вас еще есть время приехать. Plan your visit. Что интересного будет на этом фестивале? И вообще, есть шанс, что он состоится в этом году в связи со всеми этими условиями? Вы собираетесь туда? Да, собираюсь. Я думаю, что он состоится, потому что организаторы еще ничего не говорили. Переносы или еще чего-то. Также у нас еще в соседней Бурятии проходит прекрасный фестиваль музыкальный, который называется «Голос кочевников», как раз-таки посвященный видению этнической музыки современной оболочки. Он уже не первый год проходит. Там есть какая-то электронная составляющая? Обязательно. Там есть электронные музыканты. То есть он как раз-таки посвящен современному видению этномузыки. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу «Примикшер русской кибернетики» и у нас в гостях представитель музыкального объединения УСИН Илья Ашурков. Я сейчас нахожусь в Москве, Илья в Иркутске, а вы, надеюсь, в безопасном и приятном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой шоу-кейс без лишней болтовни. И социальный блок. Недавно в новостях мы наблюдали за высказываниями омского губернатора Александра Буркова, который на встрече с нашим президентом посетовал, что продолжает
продолжается отток молодых хомячей в Москву, Петербург и Екатеринбург. И, конечно, мы видим плюсы и минусы в такой миграции. Минус в том, что молодежь уезжает, ну а плюс в том, что уехавшие начинают через столицы транслировать на всю Россию свое локальное. И вот, например, Young Acid продвигает казанских электронщиков, а Крем-Сода небезызвестная не оставляет без поддержки земляков из Ярославля. И в столицах, опять же, есть сильные уральские и тюменские музыкальные диаспоры. Расскажи, пожалуйста, о настроениях у представителей локального молодого творческого кластера. Может, кто-то куда-то хочет переехать, остаться? Хотят переехать, конечно. Видят больше возможностей на западе России, потому что все-таки большие города — это какой-то комьюнити музыкантов, там есть какая-то сцена. Да, они не видят это в маленьких городах, в частности, в Иркутске. Но мы пытаемся это сломить, поменять как-то, чтобы молодым музыкантам было тоже здесь комфортно жить и творить, и быть в каком-то комьюнити, общаться с такими же, как они. А ты сам хотел уехать? Хотел. Почему не уехал-то? Ну, я хотел давно очень. И перехотел. Тоже лет 20, да, и перехотел. Закоренел маленько, понял, что смысла особого нету. Из твоих коллег были какие-то у вас исходы в крупные города? И поддерживаете ли вы с ними связь, если такое было? Да, вот у нас пару диджеев из промо-группы уехали в Москву. Да, конечно, мы поддерживаем связь. Зовут нас, мы зовем их. Пока только на уровне намерений, да? Ну, мы-то, естественно, не переедем, но мы их, если они вернутся, мы их ждем с распростертыми объятиями. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе же вопрос пришел от турецко-сербского музыкального продюсера Фуркана Шинола, который активно издается на российских лейблах и имеет плотную связь с отечественной электросценой. Вопрос такой. Как думаешь, органик хаус – временный стиль или станет бесконечным? Так или иначе, когда либо журналисты, либо еще кто-то присваивают, создают направление, описывают какой-то срез музыки, то они его фиксируют уже как в истории. Если так посмотреть, еще ни одно направление музыки не умерло. Я думаю, что люди продолжат писать его, потому что органик хаус – это такой очень низкотемповый, обволакивающий звук, это что-то интересное. Он останется так же, как Deep House, Tech House. Но подожди, рок-то умер или нет? Я уверен, что он не умер. Очень много ребят творят прекрасные работы в этом направлении. И, чтобы продолжить цепочку, можешь задать волнующий, интересный вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был. Куда двинется клубная культура России в ближайшем будущем? Хороший дискуссионный глобальный вопрос и последний визионерский вопрос традиционный. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать лет так через 20? Основные стили и направления, они никуда не денутся. То есть мы также будем танцевать под хаус, под техно, под брейкбит. Возможно, за эти 20 лет поменяется очень много каких-то эстетических вещей, появятся какие-то новые инструменты, хотя навряд ли. Скорее тут больше вопрос об эстетике. Возможно, появятся новые ритмы этнические. Африка, Латинская Америка. Может быть, наша местная, иркутская, бурятская, азиатская. Локальная. Вот, да. Направления они не поменяются, не будут. Только эстетика сменится. Друзья, что бы ни случилось в будущем, какие бы ни были обстоятельства, главное не забывать, что творчество, искусство — это то, что двигает человечество вперед. И все мы являемся продуктов тех стремлений, изысканий, находок, которые когда-то были предложены и сделаны творцами, а сейчас мы пользуемся их благами. Ну и в конце концов можем называться людьми, а не просто биологической массой на 80% состоящей из воды и на 20% из НДС. Иркутск, ты космос, и давайте послушаем совершенно невероятный шоу-кейс, который подготовила для нас диджейка сообщества Вика Набатова. И спасибо тебе, Илья, за интервью. Спасибо вам большое, что позвали. Друзья, и буквально через минуту полностью погрузимся в творческую и музыкальную атмосферу иркутского сообщества. Впереди еще целых 60 минут вместе и микшер русской кибернетики, поэтому не отлучайтесь надолго. Сейчас мы продолжим. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика о самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Радиошоу и подкасте. Радиошоу и подкасте.